Как бы вот этот гол Коростелева уже совсем не надломил авангард, поскольку все-таки Бродков сдал надежду. Вроде бы минус 2 еще не так страшно. Особенно зная возможности в атаке у авангарда. Но продолжаются эти моменты. Ох ты, еще одна влетает. Это Филипп Майе. Слушай, ну я, конечно, вроде бы надо положительные моменты искать. Магнитогорцы здорово сыграли. Но так в обороне играть нельзя. Просто нельзя так играть в обороне. Авангард просто без обороны играет сегодня. Филипп Майе, гол номер 10 в этом сезоне. Ну, как будто интересно.